пожалуйста. Скажите, пожалуйста, на какую оперу вы сейчас ходили? Кармен. Скажите, что вам понравилось, что не понравилось, как играли солисты? Вы знаете, вот, ну я не знаю, можно говорить там... Можно все говорить. Я лет 30 назад смотрела «Кармен», еще Зураб Сахилава играл Хазе. Так. Вот, но тогда было все в классике, так сказать. А сейчас? Сегодня немножко они, значит, отошли от классики. Ну, все равно нормально. На каких местах сидели, как вам было здесь? Сидела за 100 рублей. Первый ярус, второй ряд. Ну, видно, как видно, вам было. Хорошо, прекрасно. Могли бы вы порекомендовать эту оперу другим зрителям, знакомым, близким, родственникам? Конечно, без сомнения. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо за...